Здравствуйте, Евгения. И хочу ответить на ваши эскизы. А в этот раз просто письмом не получится, так как есть что сказать и что объяснить. Начинаю я с домашнего задания номер 5, это брючки. И здесь сразу, что мне бросилось в глаза, это сетка. Не знаю, вызвали вы ее специально, либо случайно что-то у вас произошло. Но чтобы вы знали, как от нее избавиться, это просмотр. И вот она, спрятать сетку. Раз, и ее не будет. По слоям хорошо все распределено, никаких проблем я не вижу. А что мне не понравилось на эскизе? Во-первых, вот эти висящие в воздухе пуговицы. Это что такое? Почему оно здесь и зачем оно нужно? Такие вещи надо убирать, потому что при экспорте, при дальнейшей работе они могут вам очень здорово помешать. Поэтому после того, как все нарисовали, не забывайте почистить эскиз от лишнего мусора. В целом я смотрела, у вас все эскизы чистые, то есть очень часто люди оставляют какие-то точки и фрагменты, которые невидимы, но они есть. И когда начинаешь выделять, программа их считывает. То, что я увидела на двух последних эскизах, это нарядное платье и марафон, у вас немножечко есть проблема с рисунком теней. Ну как проблема? Это либо недостаток практики, либо же просто вы так видите, такая стилизация. Когда я рисую тени на эскизах, я стараюсь их делать более общими, более крупными контурами. То есть вот эти вот мелочи, которые вы нарисовали, их можно сделать более плавными. И в этом случае они у вас будут смотреться гармоничнее. И то же самое касается пояса. Я понимаю, что вы видели фотографию, что вы хотели ее повторить. Но это такое вот не то что правило, пожелание с моей стороны для того, чтобы эскиз был более целостный. Может быть, это моя любовь к тому, чтобы все было гладко. Да, они у вас хорошо закомпонованы, но вот что бы сделала я, двойной клик сейчас сделала мышкой, вошла в режим изоляции и теперь могу работать. Я бы вот это все лишнее, я бы потерла. На мой взгляд, оно не несет очень сильной конструктивной нагрузки, да, но при этом мешает целостному такому восприятию. Можно еще немножко погладить инструментом сглаживания. Он в карандаше находится, я про него рассказывала. Нужно на активном объекте, да, сделать как бы более мягкими линиями. Но это при желании. Вот, двойной клик выходит из режима изоляции, и вот получается более легкая картинка. То есть вот эти пики я бы убрала. А непрозрачность у вас настроена. Ну, можно ее оставить так, как есть. А можно поиграться. Размер нормальный. Я посмотрела, шлевки у вас хорошо нарисованы. Отстрочки тоже. То есть здесь вот проблем нет. Вы их даже выгнули хорошо, поставили закрепку. Никаких вопросов, пуговицы тоже есть. Можете попробовать сделать пуговицу, как вот в дениме делают, с надписью. У вас это в курсе есть, вы знаете, как это делать. Это как раз вот денимная история, когда на пуговице идут надписи. И можно поиграться градиентами. Ну, это при желании. В целом эскиз смотрится гармонично. Вот то, что мне не понравилось, я вам рассказала. А что касается эскиза нарядного платья. Здесь есть некоторая тоже вот проблема с тенями. Они немножко дробные. И за счет этого не складывается такая целостность картины. Плюс ко всему с линиями тоже их много. Не видно, куда что заходит. Но это мое личное мнение. Это можно счесть как стиль автора, что автор так рисует. Либо же просто, ну, немножечко поправить и соответственно в дальнейшем работать. Для того, чтобы отработать ваши эскизы, посмотрите, в марафоне присутствуют еще задания.
будет понятно, насколько удачно вы сделали тени, когда вы попробуете сделать заливку на данном эскизе. Так. Давайте мы попробуем это сделать. Он у нас сгруппирован. Особенно, когда заливка каким-то фактурным моментом будет, это будет сразу вылезать и будет понятно. Так, ну давайте однотонным. Нам нужно убрать цвет этой штучки, да? Угу. Ну, в целом тени играют. Смотрите, вот здесь произошел сбой. Соответственно, что-то находится не на нужном уровне, потому что внутри все линии есть. Но вот эти вот вещи, они вылезают, то есть на черно-белом эскизе кажется, что все хорошо, начинаете перезаливать, получаете такие проблемы. Поэтому, чтобы это освоить, пожалуйста, сделайте заливки, в марафоне они присутствуют, и плюс ко всему сделайте еще моделирование, чтобы вы понимали, как выделить точку, я это показываю, да, и как ее подвигать. Такой следующий этап и следующий уровень. С линиями освоились. Можно еще задавать художественные линии для складок, когда у вас с одной стороны утолщение, с другой утонение. Сделать это можно несколькими способами. Первый способ, вы можете зайти в интернет, забить то, что художественные кисти там с утолщениями и утонениями, и тогда вам программа выдаст. Либо же можно зайти в обводку, она находится на панели справа, если вы ее не видите, окно, обводка. И вот здесь есть у нас профили линий, можно выбрать с утолщением, с утонением, да? И она тогда у нас заиграет новыми красками. Ну, опять же, это дело техники. Вот смотрите, она у меня пошла. При этом можно задать направление, да, откуда куда она идет, и таким образом всем линиям задать возможную мягкость. Это придает более художественный вид складкам, потому что видите, здесь они так более жестко нарисованы, а здесь она вот уже будет мягко оканчиваться и сходить как бы на нет. Это уже более продвинутый уровень. Я на этом уровне вам не рассказывала и не показывала этот элемент. Это вам как дополнительный материал. Вот таким образом. Если есть еще вопросы, пожалуйста, мне их задавайте. Я буду отвечать. И жду от вас моделирование и заливки. Потому что с эскизами вы справились на ура. Все хорошо, никакой грязи, ничего нету. Попробуйте теперь с ними поработать. И вот чтобы разобрались вот с этими местами. Все, до скорых встреч. Пока-пока.